На Ямале обнаружена гигантская воронка. Точных ответов, как появилась эта дыра в земле, пока нет. Но версии выдвигаются самые невероятные. От взрыва атомной бомбы до метеоритного удара и даже падения инопланетного корабля. Первыми эту черную дыру заметили вертолетчики, которые обслуживают нефтяные и газовые месторождения на Ямале. Они и засняли воронку с воздуха. По их словам, размер провала настолько велик, что внутрь можно спокойно спускаться на нескольких Ми-8. Правда, пока на это никто не решается. По словам очевидцев, на дне шумит мощный подземный поток. Специалисты говорят, вряд ли речь идет об обычном карстовом провале или каких-то сейсмических процессах. Похоже, что произошел очень мощный взрыв. Это видно потому, как лежит земля, а по краям воронки она выглядит обожженной. По данным СМИ, никаких официальных изыскательных работ в этом месте не проводилось. Но, как говорят местные жители, эта часть Малоненецкого автономного округа настолько мало населена, что даже в случае масштабных испытаний никто бы ничего не заметил.